привет. Итак, по многочисленным просьбам, мини-урок по такой технике, как скрим. Итак, чтобы вам начать петь скримом, вам необходимо знать, что в этом деле очень важна мимика. Наморщите лицо, обратите внимание, что должен быть наморщен нос и глаза. Челюсть смыкаем и старайтесь в этот момент максимально поднять вашу гортань, кадык. Это происходит следующим образом. Далее в этом положении попробуйте поговорить шепотом. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Далее попробуйте покашлять. Сразу предупреждаю вас, что ощущения неким образом дискомфортны, но это нормально. Будьте аккуратны и сделайте следующее. Раз, два, три. Ваши ощущения будут таковыми, что ваша гортань как будто... Вы ее выплевываете вот при кашле, при болезнях, неприятные неким образом ощущения. Соответственно, далее я советую попробовать вам поизображать злобную собачку. Раз, два, три, четыре. И, соответственно, попробовать спеть после этого. Раз, два. Итак, соответственно, что еще могу добавить к этому? Опора не очень сильная. То есть здесь главное это делать в правильном месте, делать это на ложных так называемых связках и с небольшой опорой. Также мне хотелось бы сказать по поводу видеошколы, которую я давно обещал, то что, к сожалению, наша жизнь состоит из трудностей, у нас произошли большие неприятности, но я уверен, что скоро они разрешатся. И вы получите видеошколу, которую я должен выпустить совместно со студией дизайна AdLab. Всем спасибо.